Да, разбираюсь тут червь. Ну а теперь все анекдоты заново нахуй я отходил, записи отключал, теперь все надо заново повторить. А мы думали, ты там на радостях нажирался уже. Да я, блядь, пришел с работы, короче, чай не допил, нахуй. Полкружки осталось, пошел, допил сейчас. Полкружки осталось, пошел, согрел, короче, теперь допил, да? В микроволновке чисто тут. Ты, надеюсь, чай как Там Черчилль пьешь, это блядь? воронки две выпало. Я смотрю, в сумке лежит две штуки, нахуй. Нет, Черчилль, я не знаю, кто это такой, нахуй, пошел нахуй. Ёбаный Он англичанин. по красоте добавлял его, О! блядь. Провидцы, нихуя Вис себе. виски в чай. Я корни дам по левому, я по левому дам. А чё? Они уходят. Ясно, ясно, нахуй. Они там развернутся, сейчас смотри, Вот, быстро. по вот этому. Ёбаный рот, блядь. Я его пулю. Я левому корни даю. Даю корни. Ещё, погоди, вот теперь даю. Чё мимо, блядь? Нахуй, не убейте, пожалуйста. Закорневал колпу. Спасибо. Хоть в этот раз не сдохну. Хоть это не убейте. Еще раз захватит, так что не торопись. Не-не. На его дикон далеко, нахуй. Сука! Ой, я кого-то там щитом разъебал, извини. Прошу прощения. За мат извини. Был бы человек ты. Где-нибудь хуй знает как. Не, красавчики, реально круто, блядь. Заебись, четко, могете, умеете. В натуре умеете. Только лучше бы вообще было бы забить, если кто-то вне рейда сидел. Как в том видео. Пацаны вообще, ребята, да? Да, да. Только бы. Что ты 5 купили, нахуй. Да, кстати, да. И Ваня, который нахуй выхася сделал сам. Грубо говоря. Не знаю, я думал об этом про ВХ, типа, блядь. Мне лично, я не знаю почему, может у меня гордость какая-то дохуя, может какой-то ЧСВшный челик, блядь. Ну покупать у гильдии какой-то, нахуй, за 150 или сколько там. Да научимся, убьем, блядь, сделаем все. Там проблема, видишь, в чем? Почему продают, ты не задумывался? Потому что квест, чтобы лутануть этот осколок, Это сжай. сколько надо собрать для начала. Нужно, чтобы они И дали, потом. сжали. И взять квест, блядь, еще. И только тогда челику отдастся эта хуйня. А на X2 ты раньше, она просто берешь сумку, и она у тебя лежит, нахуй. И ты уже красавчиком считаешь, где только осколки остаются. Не знаю, почему не переделали, блядь, но это полная хуйня. Вообще по одному, мол, пулили. Вчерашние, походу, воронки посыпали. Все, отбил воронки. Так а этот самый, кстати. А чем мы вторую целка 25 обычку не ходили еще? Завтра будет. Вы чем слушаете? РСК ГЕР 25. Ну у меня не было, когда вы это все обсуждали, я ж не знал. Какая РСК ГЕР 25? Там ГМХМ вроде. ГМХМ, ТТГ, что успеете, то закройте. Ну вот. Два часа на ЦЛК, два часа на. Ой, а у тебя этот мглистый попросить можно? Кому? Это мастер. Как каши, блядь. А скрин есть ДПС с робота? С робота ДПС пока не удалился, заскиньте. Ну, сейчас я тебе с сайта скину. Да а что, по халяве раздаете, что ли? Да не, спрашиваю, я не знаю. Надо подумать. Мы это брали в Т5, вставляли. Давай пока не будем спешить. К следующему роботу посмотрим, какой состав Ну будет. это да, это лучше в Т5 уже ставить, типа, ну, на в Т4, типа. Ну хотя, блядь, мы голову с этого хуйня. А где голову? Голова не забывает. Тут я согласен, голову хуй когда выбьем. Я левого законтролю, все готовимся. Ой, блядь, блин, далеко нахуй. Ну чё, нахуй, завтра каратре? Ой, послезавтра каратреса в среду идем или что? Ну да, надо потратить его, конечно, третий кусок. Завтра в среду каратрес и алар. Контроль. Опа. Охуерьте, мастера, какаша. А может мы, ну, назад... А, хотя по холоду. Это ты мне так за печеньку спасибо говоришь, да? Да я шучу. Ну да, блядь, вступил мне четвертую печеньку. Дай бог тому здоровья, кто циклон кинул, блядь. Там, это... А, ладно. Смотрите, короче, на новом КД... Мы ходим в кару ХМ, блядь, расчехляйтесь, кому там что надо.
Ну, бля, судя по всему, по реворку у меня будут с этого это 4 штаны, мне нужна еще одна печенька. Добьете этого пидора, не? Алло. Дамага мало. Надо так, про него пиздец. Дамажьте, ебаные. А когда? Все. А когда хотите ходить в Карухэм? У нас минус ну, один. На новом кадре. Там обычно утром ходят в 12, это а по-моему. Кто ливнул? Не, просто я про день хотя бы, чтобы ориентироваться. Можно себе на день. Это можно ну, стресс. За день, два просто. Куда он ливнул? Кто хочет. Он, наверное, опять ливнул. Не видел. Я не видел. Ну, вот я про это говорю. Но это предположение, это не факт. Еще воронка по 100 тысяч резиненькая. Да ебаный в рот, я не могу и танчить, и собирать. Ну, так отдай мне мобов, блядь, видишь, я танчу. Ты на этих мобов ходи собирай. Слушай, ну вообще, это... Не знаю, как упало там, но, блядь, медведь пиздец дохуя генерит, нахуй. Если бы вот этой хуйни с ДТГшной не было, на увечье, который раз 6 секунд пробкает, типа, халявная. Это было бы... Ну, Мишка бы тоже ногу сосал, нахуй. Но, учитывая его количество крита, блядь, ему только тринки ДТГшные. И что-то еще на РП какой-то шмот надо одеть. Ну, чешку тебе. Кольца Олег. Может на РП. Еще знаешь, что есть, а профитно его апнуть? Можно еще символ ебануть. Сейчас я гляну, какие у меня там. Это баг, да? То, что типа я навожусь на Т4, и у меня бонус не показывается. Да, ну, баг. Да. Вот это я не знаю, что у него там можно апнуть, но стопудово апнет его этот символ берсерка апнет, это плюс 5 секунд бурста. А он будет 284-ми? Да. Ой. Вот, и трёпку, в принципе, ой, можно менять меня. Нахуй, потому что две цели нету на роботе. Ресетись. А кто ушел нахуй, есть кто в рейд? Ну, стресс. По сети было на замене. Двойная атака в рейде нормально? Же. Чарка, да? А, в рейде. Замена есть там? Танатос или нахуй? Танатос был. Не услышал, что такое рарник. Я говорю, может двойную атаку паролить на пояс? Ну, я вообще без классовых, я тебе сразу сказал. Двойная атака кал. Двойная атака хорошо, вот я замерял на манике, понял? Трехминутный бой, она висит почти 2 минуты. Пошли, это, пошли притом, бить, блядь. Притом, с атаки я смотрел, ну, минимум 5 у меня вылетала, а под критом там за 20 было. С атаки, вот тебе и смотри. Ну, типа, она слишком редко прокает. Там диспельте, алло, нахуй. Сколько там раз? Сколько? 24, мне кажется, маловато, чарка нормально. На правосудие лучше будет, чем двойная атака. А у меня вообще сейчас тоже никаких нет. Да какой-нибудь банальный там крит или хоста пало будет лучше. У тебя же раньше были все чарки, куда ты их делал? Ну они на плечах, нормально. А божественная буря на поясе. Возьми, у меня перекап хитани реально. Возьми атаку, у тебя еще и с этой колба чаще прокать будет. Костя, ты не спать сразу, потом после этого? Ты че, автоатаками миссовать не будешь? Надо это, резку сходить. Сейчас. Там, гляди, 700 хосты наберешь, блядь. Сейчас я думал, зачем. У меня почти 20 хита. Я бы... А сколько в цифрах? В цифрах у меня 372 плюс талант 5%. Нормально. Во, хуяришь, блядь. Там наберешь кап, останутся только глансинги. И не, мне надо 315 набрать. Физической. Я не знаю, как мне это сделать, у меня нет шмота такого. Ты охуеешь набирать? Нахуя тебе физическое? Чё ты хотел набрать там физической меткости, блядь? Да у меня ну, меткости перекап. Половина урона из автоатаки идёт просто, понимаешь? Типа, яды вся хуйня. А, типа... Ему надо много хита. Ты думаешь, если я типа оверкап наберу, ну точнее хардкап физическое, у меня типа это? Да нет, нет, если хардкап наберешь, будет. Лучше не будет. Просто не будет. Ну типа там будет больше скритов, регенит энергии и всё. Потеря будет все равно ДПС, а мне еще. У меня талант. Повышает на 5%. Ты взял либо АПшку и вторую двойную. Сейчас атака, посмотрим. Либо, там, если не хватает. Сука, пидоры, вы будете хилить, блядь. Че за хуйня? Я сейчас линкану. Я правильно понимаю, что он работает. Пиздец, блядь. Я в ахуе просто. На... Да, блядь, конечно, нахуй. Просто, ну забейте его. Ну. Вы стоите там нахуй, вала и бьете, блять. Штаны должны быть, да, получается? Чё, штаны должны быть? Опять. На физе на маге работает, правильно? Нон-стед я брал руки. Оружием или ядом? То бишь,
Пузо, пузо, ноги, голова и плечо. Я не знаю насчет совы, не, ну если Авелания будет хилить. Да, он, да, надо. Умеет он хилить этого босса? Мужики, чекните слово. Чего? Не говори так никогда. Сейчас за хилю надо говорить, тогда будешь топ пацан. Я понял, блин. Так а что его там хилить? Вот там проблема в том, что тебе... Тоже нечего хилить. Тебе надо предиктом знать, на кого так смотрит босс. Так это понятно. Ты во фрейме видишь, там, ну, в кого он кинул, типа, условно. Но это ты... захиливаешь. Это уже ты теряешь время на реакцию. Ты пока увидишь, пока мышку донесешь. Макрос, таргет, таргет. Здесь самый, один раз нажал и все. Быстрые пальцы, так что не надо. Ну, типа, не, я не против. Сейчас похилишь. Классишься, да? Зайдет носовую. Выставая девушка подтвердит. С диспельте нахуй и хитрите. Тебе а, там и ваше. Ждем подтверждения на тему быстрых пальцев. Шею срезгир. Тебе просто нафиг. Что нужно? Плащ взломан на тебя взять и шею срезгир. Плащ взломан у меня есть. Ну и шею срезгир, когда ты не потеряешь мастерку. Ну, мастерку, которая у тебя в плаще есть. А что, другой шеи нет? Что там? Мастерка на шее? Да. Хз, я могу сделать, надеть тапки крафтовые и плащ с Зуламана. Марон. 52 разве... крита анбаф. 6400 у меня будет. Это все хорошо. Ты сейчас, ты сейчас-то бить будешь или ты без капы? Да, сейчас я приду, сейчас приду. Я просто разбираюсь. Капы-то потом уже подзабиваешь. Мне кажется, шмот-то все равно у тебя какой-то в банке должен быть. Здесь же побей лучше сначала. О, или столик дайте. А потом там на манекене разберешься. Ты 4 сначала день, да, побей. Ладно. Это, да, это, ну, не, я уже буду в Т5 бить. Ну смотрите. Засумуньте меня. Сколько хилов мы будем? 4, да? В Архелесе в сове будет, я в сове. Танк один у нас будет. Два танка тут смысла нету. Вот, на пулы есть. А Елаша на одном... Шкаф. Вилаша на одном... Нету шкафа. Кстати, я тогда убирал вроде. Сейчас я в ДБМ гляну. Может, на разных персах разная хуйня. Так, Бурнин Крусейд. Сука, я вроде убирал анонс этой хуйни. Так, звездочет. Где это призыв помощников? Что-то сегодня какой-то день крутой слишком. Вот, вот эту хуйню убрать нахуй. Расстановки меток нахуй. Вчера тоже крутой был. На Руси выбил легендарный сегодня с этих снедр. Стрелка тоже нахуй не нужна, блядь. Нахуй, блядь, тебе выпали? Да. Одна штука или две? Одна, так, одна. Нажал у тебя. Это надо кольцо на удачу одевать. Который в Лоране 15к стоит. Так, рыба. Какие ж плечи ты, 5 крутые. Слушай, ну 5 воронок это прям бомба, нахуй. Почти восстановили запас. Ну, типа, на следующий на куска есть. Если мы завтра еще выбьем. Может, у кого-то будет. То есть... мы не пойдем, ну, послезавтра. Главное, чтобы собрались, люди пришли, блядь. 52 критан баф. А чё, Вархиль куда? На сову. На сову? Блядь, дайте ГБ, у меня забагалась эта хуйня. Возьму себе масло, блядь. Кто там шаркает? Шаркаешь ужас какой-то. Это я. Ты шаркаешь так? Типа ходишь да. Вот, ногами. Да это я коврик типа протирал, смахивал. Короче, альтерпиди. Че, слышно так? Кринж вообще. 11 воронок. Микрофон конденсаторный. Нехило так слышно. Так, что-то, блядь, мозг не работает, нихуя. А, сейчас масло. Потише сделаю. Так, нормально? Ты такой масло. Это чувствительно сидишь, влияет. Один хрен точно. Сори. Сидит, шоркает. Да пошоркаю, пошоркаю, похуй. Такое ощущение, что ты его выбиваешь вот. Там. Так. Так, нормально, не слышно, кстати. Меня слышно нормально? Да. К сожалению. Спасибо. Шеф, у меня сумон будет вообще? Нет. Давай. Ок, понял. Притона нету. Притон, блядь. Пошумите притону. Куда-нибудь. Сержу, пошуми там еще надо. Пошумим, блядь. Че у нас, 50 минут, в принципе.
сразу Седжи довольный, такой слышно, прям по голосу счастливый. Все, Седжи нахуй. Ну, да. На год нахуй больше ничего не лутаешь, год целый нахуй. Это почему? Это заебывать роботом? Это в лое раньше был, да? Да, почему? Это раньше ты 5 не было. 1368 ГП. Спасибо, папаша. Еще рано, там еще 2 даггера надо. Короче, давай до следующего. Да, даггеры нужны. Короче, разбойников не берем. А даггеры теперь Траволта заберет. Я так думаю, Траволта это чилить тебя оставит. Если ты ему отдашь даггер, я выйду реально. Почему? А не надо, нахуй. Что это? Не повторяй. Не повторяй. Ой, он рофлов не понимает. Да, ну нахуй, это рофлов. Ты не понимаешь, ну блин, ну реально, задолбал. То ты понимаешь, что не понимаешь. Что ты понимаешь уже, ёпта юга. У тебя на самом деле, бля, хуй пойми, где рофлов, блядь. Да не, ну... Он актёр. Я же уже обговаривал этот момент. Типа, ну, Траволта в гильдии сколько? Да нет, дело не в том. Дело не в том. Я его не беру. Нет, он же заходил. Да вы заебали, там... дайте я пиздану нахуй. Я его не беру на лича, нахуй, по той причине, что он мало дает, нахуй. Вот. Типа, если он как-то, ну, апнется, типа можно его взять на лича, нахуй. Следующий даггер с лича я заберу. Все в порядке. Хорошо. Просто, блядь, уступлю тебе даггера. Просто если он по приору, понимаешь, будет забирать, то ну я ничего не могу поделать. Ну. Да похуй даггеры распалить нахуй все. Ты уже с ним тогда договариваешься. Это, Витя, слышишь? Сроги пизду и даггер спиздишь. Я говорю, я просто сердце уже даггера заберу. Ты пообщайся с ним, пускай он заломано поформирует. Так вы чё, там у Траволты приора нет, блядь, о чём вы говорите? Ну и всё нахуй. Шира 19 приора. Мы траить сегодня будем, а? Лафар тоже не ходит. Я бы типа не против, но что-то где-то притон там, нахуй. Притон вообще придёт, нет? Притон ты тут? Да, я в Долоране бегаю. Писал, что, ну, когда робота убили, что надо пожрать ему. Летим сами, получается. А, он писал, работы, что он с работы пришел. С работы пришел, не пожрал. Я могу на локу зайти. А тебе игрушка КД вот это вот? Бля, какие все, сука, уязвимые. Я, блядь, со вчера еще не ел, блядь, с работы на туре, пришел. Блядь, быстро сидим. Ебаный. Ну, голодный, пиздец, голодаю, сижу, да. Блядь, бью этого босса, нахуй. Короче, сейчас спать там не идем, пожрать. Нахуй. Жрать не идем, ссать, срать не идем. Хуярим, короче. Работаем. Запом не выбиваем. Я каменщик, работаю. Ляру, ебашим и РС-ку, нахуй. Делимся на 3 части, нахуй. Идем 3 зуломана, нахуй. А пока вы РС обучаете. Кем притон работает, блядь, и сколько он весит, ты, типа, сразу на 3 хочешь пойти персов? Сразу за 3 персов? Не, бля, не на одном. Ну, я бы, кстати... Ребят, притон шахтер, есть инфа или чё? Хуже, нахуй. Он этот, нахуй. Так. Кто? Кто он, блядь? Тракторист, нахуй. О, там, блядь, они чё, сильно устают на тракторе? Он нефтяник. Нихуя ты прикол пошутил. Иди, ебать, покатайся. Да не на тракторе? Да. А чё, там яшки, там, типа, кто там танки чё? Будет? Я думаю, это любимая шутка про 300, блядь. Вот, это не шутка была. Да. Нет, тракторист, ты что думаешь, он нихрена не делает? Не, оно понятно, что не пиздец, типа. Адвокат дьявола, блядь, сидит, это нахуй. Это понятно, что он типа не пиздец. Перед мой дядя, когда ты трясешься, гоу. На этом тракторе. Что, притон пришел, нет? Он нас услышал такой, да ну. Сука, уёбки, блядь. Не, ну так-то мы 24 стилем. Главное не поебать. Главное засумонить. Че ебать, я тогда побежал. На тракторе отхуярил, пришел домой, фарминг симулятор врубил, опять на тракторе хуярил. Ты бы уже прилетел, Никитос. Понимаешь, смотря какую работу выполнять на тракторе, нахуй. Так я ж поэтому и спрашиваю, мне ж интересно. Если ты, например, тяжело. Если ты, например, пашешь поле, нахуй, и работай дохуя, не то, что ты там, блядь, 2 часа попахал и пошел пообедал, потом 2 часа попахал, еще там отдохнул. Не, обычно на тракторе там в какие-нибудь солнечные дни просто посреди поля ты целый день висишь. Во-во. Там пиздец, типа, нахуй. Ну, я просто, типа, чуть шарю. Я просто хуй знает, я с 8 до 10 бабу реанимировал, блядь, у себя в кабинете. Я не знаю, это тяжелая работа вообще? Реанимировал, да? 2 часа, я каждый день такое делаю. Ну, типа... Вы что, доктора, блядь? На тебя. Ну, смотря как реанимировал. Я на чем уже? Руками, нахуй.
Дыхание рот в рот, блядь. Ну, может, аппарат какой есть, нахуй? Блядь, ты бы бабу, блядь, увидел без нижней челюсти на полости рта, блядь. Ну... Я бы на тебя посмотрел. Понял. Я думал, ты скажешь без белья. Состояние. Без белья, ну там нормально. Там, блядь, даже не реанимируешь ее, нахуй. Хз, куда смотреть, как бы, вроде... Собирали по частям. А ты что, накидку купил, Ваня? А ты кем работаешь? Это кто, мастер-каши рассказывает? Да. Он хирургом работает. Хирург? Реально? Минус 50 вышел. Я врач-онколог, блядь. Онколог? Накидку? Онколог, это же эти, как они называются? Ебаные эти... Рак, нахуй. Рак шремом дают. Крак. Крак. Краковская колбаска, да? А ты смотрел сериал «Доктор Хаус», нахуй? Нет, «Доктора Хауса» я не смотрел. Че, хуйня, да? Сколько она стоит? 50к? Потому что он сам доктор. Я думал, ты спросишь что-то типа... А где купить? Смотрел ли ты фильм, блядь, или что? Кого, кого? Какой фильм? Филадельфия. А, окей, продаю. Хуй, значит. Ты что, дурак, Филадельфия это сыр, нахуй, такой, бля, вы че? Роллы, блядь, реально. Нет, ролл называется Филадельфия, это Филадельфия, это сыр. Давайте, короче, хороший, давайте 24. А можно инфу по боссу? Я просто первый раз здесь, на самом деле. Просто бьешь. Будь метко выноси, нахуй. Будь метко выноси. Выкупните флут. Бьешь, мы тебе метко выбегаешь. Призан, Седжу, мой пахан, идите сюда. Кто спрашивает? Я еду уже. Берите одно тело, мы сумонили Седжу, во-первых. Наберите еще одно тело, пока мы возле камня. Ну, было бы кого добрать, что-то не вижу. Был бы ты человек. Еще раз. А у Вов My Love есть проходка? Не знаю. Нет, по-моему. Нет прохода. По-моему, нету. Я его убирал с лича, нахуй. А разве на последнем личе он его не убивал? Не помню, блядь. Вообще хуй знает. Этот, нет, у личе не было, вроде. Битлджус, кто это такой? Дайте инфу. Есть у него проходка? Это супер слакер, я хуй знает. Слакер? Я, блядь, с ним пошел, КТГ был, мне плохо было, блядь. Это пиздец. Чего это в битеке? Поехали, короче. Чекать. Да не кикнул, блядь. Еще раз спрашиваю, кто тактику не знает? Кто не знает, не тому ГП, нахуй. Я не знаю. Тактика простая. Бьешь босса, выходишь с меткой. Все, пиздец, нихуя сложно. Видите плакальщик? Танатос первый раз здесь? Черепок вешается, он пиздит, нахуй. Танатос, нахуй, он, блядь, старый. Одна метка на одного чела вешается? Одна метка, черепок вешается, нахуй. Если не выбежал, все, бля, разберемся. Подкинет весь рейд и все. Вы блудить перестанете, блядь? Короче, Танатос вешается метка, блядь. Да он пизди, он наебал тебя, нахуй ты ему рассказываешь. Он, блядь... Экзальте дав, нахуй, он разводит. Не рассказывай ему нихуя, блядь. Танатос, сука, ГП дам, нахуй, сейчас. Блядь, тут сложного нихуя нет. Анонсится каждая метка, блядь. Называется ваш ник, и вы выбегаете, нахуй. И играем по тактике, выходит... Огурцов. Блядь, еще один, нахуй. Я, блядь, вспомнил, нахуй, тактики от огурцов. Ладно, пулем, сейчас сдохните, будет ГП, нахуй, заебали. В натуре бичи. Ебать ты, это уже культовая хуйня, блядь. Это, слышите, что... Это 4 хила, да? Смотрите, самое главное, вы знаете, да? Одну цель не проебать. Я сейчас еще метки не буду анонсить, нахуй. Метки, короче, вот эту... Я сейчас не знаю, будет у меня ДБМ с памяти или нет, это самая важная хуйня. Буду звезду ставить на одного... И там распределитесь, какие-то вот, так вот, Танатос, допустим, у тебя пока двух кусков нету, да? Это, давай ты будешь без метки контролить. А кто этот Эйя, давай, ну, поконтролишь, овцу покидаешь на звезду. Вот, овцу кидать... Все три мага, если одного кого-то в метку кинуло, страхуйте. На продукцию. Могли... Братишка, подстрахуй. Вот, и братуха, сначала да, какой братуха? Смотрите, танк, ну, один, ладно. Танк один, сначала убиваем звезду, нахуй, вот, жрец, там два жреца будут уходить, все же будут жрецов постоянно напуливать, вот, жреца, это, Вилаша первый, на нем агро набирает, а МВП Ханс по Сифее напуливайте без метки жреца на Вилашу, танк один, напоминаю. Вот, и еще нюанс, хилы и РДД, вот кто кастер, у кого от СПД все зависит. Вы не стойте рядом с жрецами, отходите от них на противоположную сторону вон того синего круга, потому что они дают сало, нахуй. Это и потеря ДПС, и не контроль, и не за хил, и так далее. Рыбу давай. Давай. Нихуя себе, у нас ДПС на роботе ровно 404, как прям как эррор, нахуй. Это и есть эррор. Your dick not found. Понял.
водку принеси. Чего, блядь, Нудфаун? Чего, блядь? Гау, блядь! О, Витенька, я тебе отдал, блядь, самое масло. Блядь, мне бы кто дал фласку. Какую фласку? Я не мав фласочки. И хули ты пиздишь, нахуй? А Бэтмен? А Бэтмен? Что, кому что дать? Что вы хотите? Ебобанный. Все ебобанный, готов... Бэтмен. Все готовы? Прием. Я пью шатратскую приколюху, отстань. Даю отчет. Нормальная такая шатратская приколюха. Все вопросы вне рейда. Это шатратский прикол. Что-то типа бокафласки. Что-то типа сникерс. Так, сникерс МБА, на сникерс не пиздить попрошу. Смотрите, блядь, там потом усиливаться будет дамаг вот этих стрел. Налаживайте. Танатос вышел. Нормально, я в протоспеке, блин, нахуй, кикните меня нахуй сразу. Да похуй, бей, заебал. Нормально. Не ссы, нахуй. Вышел в ламаунт. Смотрите, когда вы ходите, еще людей не зацепите, там тоже некоторые, наверное, здесь стоят. И смотрите, когда челик с вами рядом выходит, от него тоже отходите, потому что бывает скорости не хватит. Может зацепить вас. Блять, а нахуя у него 182 лям? Я вышел. Ады. Побежали в центр промеж всех этих хуйных. Сказал, что одного зергаем, а второго на перефазе. Да, звезду зергаем, а Танатос без метки продолжаешь контролить овцу. Вот, и потом мы босса играем. Звезду убили, босса играем. Вот. И как только босс исчезает, добиваем без метки челика. Всем понятно? Поставим. Оставил, да блять, все подлагивает нахуй. Быстро зерганули звезду, прям быстро нахуй. И в босса фул. Ломан, понял. Скаст. Касты не проебите ни одного. Ебал, 30 минут сидеть. Вот хилы прохиливайте, у вас, ну. Ой, это на. Глеб, а ты на этом, когда уже. Отойди немножко, отойди немного. Я не помню. Я, сука, вам под таргет сказал юзать, нахуй. Вы верите в какой-то свой дикий запад, нахуй. Бичи, блядь. Я никто не сдох, ты начинаешь. Ну, блядь, это только начало, блядь. Какой дикий запад? Ладно, блядь, я посмотрю дальше. Пес, никто дотку не вешает. Кто с дикого запада, блядь? 30 минут бьется, блядь. Да хуя бьется он. 17,5 минут бьет. Бля, заебал босс уже меня. В прошлый раз, когда мы ее били, две геры откатило. Да спокойно, блядь, слагаем. Так мы ее били 22 минуты. Метку поставил на этого. Быстро-быстро зерганули его. По возможности старайся подводить звезду к боссу, босса к звезде и так далее. С хэлла заберите, каз сбить. Тихо, каз. Дрейд инвалид. По боссу быстрее, блять. Сейчас этот уже на Танатосе висит, он не кастанет. Босса больше. Потом и до второго пришествия. Да, Ханаш, он... Да я вижу. Блять, он умирает от побочного АВЕ у нас. Пускай умирает. Ладно. Что а да. Чтоб он жил, что ли, нахуй? Ну, клево вздыхает. Пускай дохнет, я залпом по двоим хуярю. Это ж хорошо. Ну, я не знаю, слава, как стал недовольно, что моб умер, блядь. Ладно, ёбаные красавчики, всё. Моба резни. Ёбаные красавчики, блядь. Бэн, блядь, моба, вы чё? Инвизибл. Ой. Это я. Хил прошу. Привет.
О, привет! Да ты конченый. Хил прошел? А я тебя знаю, ты конченый. Чего хил прошел? А какого хуя он прошел? А вот это вот что такое? Аныч, ты что делаешь? Фрик. Называется... Что, Фрик, что я сделал? Я хуею нахуй. Халяра. Кого выкинула? Никого не выкинул. А Вилания, выноси. Чё, Фрик, ты что я сделал? Тихо. Сука, исчез, блядь. А там какого хуя хил прошёл? Эй, каску, пристабав, блядь. Эй, ты контролишь звезду, нахуй, напоминаю. А без звезды Танатос контролит. Не проёбывайте косты, блядь. Вы охуели, что ли? Задача одна, поспамить, блядь, ебаную овцу на в моба, блядь, чтобы он каст перервал свой, блядь. Если босс будет захиливаться, нам тут нехуй делать, блядь, ребята, нахуй. Ну, все просто. А что, дикона забирайте, опять же выноси. Сонтите. Босс. Я хуй знает, вам таргет-таргет надо, вы не успеваете, нахуй. 7-4 хилам, нахуй. И чё с маной? Делайте что-то, чтобы мана была нормальная. Да хуловая вроде. Ну, транквилы мало. Да, лын. Ну, кошек. Сука. Главное, чтоб четверг это говно для этого тапки дало. Жили мы ровно, нахуй. Не, мы уже не надо тапки. Надо еще как. Не, уже не надо. Продвигайся, Сандр. Заханыч, ну попрощался уже с тапками хоть. Да? Хорошо. Ты посмотрел вчера видео, блядь, это рофл. А чё было? Выпадает. Ну какого хуя захиливается моб-то, блядь? Маги нахуй. Вчера вообще ор пиздец был, я, блядь. Я лут видел. Давайте лучше косты сбивайте, не блядь. Не флудите. Транквилла. Вот касту звезды. Вебра. Там фишка получилась, выпадает двое тапок, а иконка ж одинаковая. МВПХан. Да. Мы там уже праздновали, нахуй. Я до рейда еще говорил, смотрите, сейчас две штуки апокал нахуй выпадет, блядь. Мы уже празднуем двое апокал, блядь. Давайте после. Там. Давайте после босса победим в натуре, нахуй. Больше внимания сюда, потому что ну неохота падать, нахуй, долго очень бьется босс. Скоро, блядь, вторую геру давать будем. Предпадаешь центр. Надо, слышишь, вот эти ДКшные лужи вырезать. Откуда? Да, ну патч. Патч он имеет, да. Ну вроде они и срезаны. Ну сейчас я видел. Не, есть лужа, есть. Не знаю, мне вообще похуй. Косты, 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 сука, два моба. Я кикну. Типа не окрою, дроид инвалид. Ебать, моба заливаем быстро. Босса еще нам побыстрее. 56. Пиздец, дотки некому обнулить, я вообще в аху. Сейчас воротку. 26 секунд, Сергей. Пиздец. Ну я не могу ничего брать от нас. Че, получается апокалы обычный анрол? Ага, кому? Ну, бери нахуй. Не, на самом деле, мне... в смысле ты, блядь, из хэма, нахуй, из обычки, ты не охуел, ли? Я говорю, бери, мастерка. Я не тебе, я Глеб. Ну, паролите на мужик. Натуре, ебать, как пацан. Ну да, я в раю. Один на один на роллах, да? Ну, по манию вроде ровно. РДД из центра. Какую лужу? Белую? Красную. Кипание крови. ДКшную. А, вижу. Панику, надо вырезать. А, тебе метку поставил, блядь. Что ж вы, сука, за геноцид такой устраиваете, все вырезаете? Мы пока...
Здесь сложно, конечно. Каст, сука. Не проебить. Все, по боссу пошли. Он умрет. Каст, 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 каст. Закастил. Травит. Здесь. Он босса захилил? Или моба? Моба, походу. Босса. Босса? Моба, моба. 56 было у него, уходил он. Я рот ебал, нахуй. Ну, чё вы? Сука, волоёбы, нахуй. Ну, кто не назначен, ну, тоже помогайте, нахуй. Тонатов поноси. Чем там сбивается? Нахуй, Тонатов. Он опять захилил? Он опять захилил? Да. Да, он и, блядь. Тонатос, ты контроль? Или он улетел? Ну, он улетел, он и никто не контролил. Я сказал, маги, страхуйте, ой, блядь. Ой, блядь, пизду вас, нахуй. Вы понимаете, что мы тут, блядь, полчаса будем сидеть? Вы можете косты сбивать? Чем он сбивается? Давай перечисляй. Сало, нахуй. Что там? Притяжка, нахуй. И станы, нахуй. Будете помогать или вы думаете, блядь, за вас... А, притяга сбивает, да? Хорошо. Да, блядь. Только их нельзя, ну, всем десятерым, нахуй, отдать в одного моба, блядь. Это тоже хуйня будет. Это фея выносит. Чуть не убила меня. Ебать. Я не убил уже. Ну-ка. Кто грипнул, говорите, блядь. Я грипнул. Транквил выносит. Все, сильно далеко не отбегает, тут 15 метров достаточно. По боссу больше. Пиздец, блядь. Ну так и убьем, блядь, он просто будет захиливаться, блядь, пока не нахуй. Сейчас было бы уже процентов 45, нахуй. Меньше бы было. Ну было бы 40, нахуй, с ним. Ну да, типа ответственнее как-то, нахуй. А продакс, блядь, страхуй... Страхуй... Кто там? Страхуй без метки, нахуй, эту хуйню, как она называется? Понял, да? Да, он обоих должен страховать. Один убежал, он сразу на него. Второй убежал на другого. ПДД из центра. Кто-то убил, что ли, нах? Звезду быстрее зергаем. Касты. Каст. Без. Я следующий. Дорогу даем людям с метками. Костя, ты интересно побежал. Через весь рейд. Еще раз беги, еще раз. Бля, ебаный в рот. Каст. Ну я там бегу, я же не бич. Я же вижу, что не успеваешь. Опа, он захилил себя, да? Да, хана. Себя захилил, не босс. Нет, это овца просто. Просто по мобу, видать, дамага не прошло. Видать, он овцой захилился. Моба. Ну, быстро зергаем. Тут, конечно, ДПС особо не пишешь. Так, Трунквили дал иннер с кулага. Так, повешал метку. Дринк. Холи. Кликнул. Нет, я. Он заебет, даст мне побить сегодня, а? Так, не умрите от моба. Каст, каст, каст. Кикнест. Быстрее его зергаем, чтобы, блять, напряг на одного моба. Рарник. Рарник вынеси. Рарник быстрее. Еще один, блядь, через весь рейд. Да нет, не, блин. Ну, телепорт есть. Да не, ридары, нах. Ну, блядь, проще на минимум дистанцию уйти. Хэлла. Я же не пошел через весь рейд. Сильно вокруг не стойте, хотя бы полукругом стойте вокруг босса. Прям вокруг сильно не вставайте. Вот немножко сместимся, давай. Вот. Сама туда и хант немножко туда, вот в ту сторону, где там челик бегает. Ну, вы поняли, да, идею, блядь? Не вокруг босса прям, хотя бы полукругом, чтобы мы были с одной стороны, вот в сторону. Ну это давно долго будет выходить, у меня джага просто. Вот в ту сторону, куда я свечку кинул, да. Туда... Да. Бля, Продекс, не шипуй, пожалуйста, моего.
Ты дамажь, блядь, ну, типа вы втроем дамаг проебываете. Ты только страхуешь, так, блядь. Я не понимаю, зачем он шипает, блядь. Пиздец, я не страхует вас, заебали, проебете нахуй. Кого? Как я могу проебать? Я АФК стою. Страховать надо тогда, когда челик... Когда я летаю, когда я летаю, пускай страхуют, но когда я стою АФК, нахуй, я страховать не понимаю. Все, заебись, просто надеюсь, него... это понятно стало ему. Блять, просто в него проходят две овечки, он захиливается на фу, вы это не понимаете или что? Да похуй на моба, главное, чтобы босс не да захилился. Да угомонись, не сейчас. А мы все равно убьем его. Шалфир. Ну можно сделать это быстрее. Нужно, вот да, даже нужно. Просто по-своему понял задачу. Рарник. Отойдите, дайте ему дорогу, сука. Да не надо мне дороги. Да он с блинком, ёбаный. Дорогу молодым. Ну блин. А если будет КД, блядь, в следующий раз? Блин, да не будет. Не такой он молодой уже. Дорогу пожилым, блядь. Дорогу уступите место старику, блядь. Вообще иглы разбежались, да? Бля. Жили мы ровно, нахуй. Здесь у меня пианино теперь немножко в ротации. Ничего, привык. Сало съебалось, проблема осталась, да? Быстро. Это украинца какая-то шутка была или что, я не понял просто. Призван. Это типа отсылка на это, не знаешь, что это анекдот? Неа. Ебать, он старый как мир, нахуй. Не, каст. Быстро добили звезду и по боссу быстренько. Сколько на 20? Тварь, ну, нахуй. Чохи? А, это не в защите его дело. Тебя просто сложило. Я знаю, там жрец убил меня. Тварь, нахуй! Моментально просто отправляю. Тебя сразу, блядь. Ты вообще что-то другое въебал. Такой ебобанный ты козёл, нахуй. Прикинь, как Войт в очереди стоит. 2%. Один. Сука, давай. Все, да? Фаза? Да. Да. Все, жреца быстро добили, и потом босс уже. И рейндж большой от босса наберите. Чтобы не зафирало. Ну, метров 20 РДДшники. Милики-то бьют. Все, бомба, нахуй. Пьем. Тем временем милики убежали, нахуй, под фером. В Беларан убежали. Кто куда? Где спина его, ёб твою мать. Вон надо сзади. Надо второй билд пока ты опять. Сзади, говорит, хуя, спасибо. Ты шо, руки в ней видишь? Камера убрала. Сака что-то бегает. Тюнка, блядь, обидел его, нахуй, босс. Да, реально минут за 14 его убивать, наверное. Две геры, конечно, будет, одна с половиной, одна еще. Ну так мы 18 минут бьем уже. 2-5 это чисто ФДК превратит. А сейчас он что вообще делает, блядь? Что, ну, хуя не делает? Да. Охуенный босс. Ебаный. Вау, босс. Это да. Ну да, это сложно. Просто почти 200 миллионов хп. Тут все боссы, блядь, вообще прикрыты. Тут самое тяжелое, это вынести мет. Наверное, каст кикнуть. Каст кикнуть самое тяжелое, брат. Не, хил. Это реально тяжелая хуйня. Хилом тут тяжко. Ай, бля, страшно. Тяжко, вот что ты такое, ну, вообще говоришь. Я косты сбивал этим, по товарам думал, бам, нахуй, сразу. Я косты сбивал, когда вы еще... Я смотрю, вы парень, или что? Типа, на кого смотрю, да, они кастят одновременно. Хильнусь два раза. Три. Они не одновременно кастят, дерутся. Они могут одновременно. Они начинают от одного времени. Не знаю, на X2 одновременно косте. Запы упали, нет? Нет. Хуй там. Гамнище. И треники не выпало. Ой, ебать, штанишки. Ой, прямо штаны. Штаны просто выпали. А чё, тут за ГП? Ну вот я игру в этот, в дар. Или бесплатно шмот? Ой. Слишком хорошо сбитые. А, понятно, пока. Значит, они в дар. Не, 100 ГП, ну его нахуй. Идем в редку, обычку. Че, не надо никому штаны? Возьму штаны на транс. Я за сотку нет. Взял. За сотку нет. Я на транс бы взял. Бой у нас был 13 минут 29 секунд. Ой, ну, это еще будет 17 минут 8 секунд, бивол. Да кому-то не знаю, таймер проебался опять. Может, 18.08 у меня. Фазу не считает, которую там... А, ну, скорее всего, да, фазу не считает.
Не, штаны, кстати, нормальные. Приму удар штаны. Я не знаю, кого-нибудь сделать. Чё? Липа, давай, погнали. Ставьте портал. В ретку погнали. Сейчас, блядь, дом. Там это нужно апокалы собачки. Жалко три не. Какие апокалы, которые ДДшные или. Которые ДДшные. Нужны, конечно, ебать. Тут, блядь, драка за них нахуй. А что нужны, блядь? Ты же собрался с Гера лутать, тало нахуй. Ну, я знаю, что я с Гера не заберу их никогда. Да, чисто физически. С Гера выпадут, но тогда поговорим.